Когда я прихожу в Господень дом, то храм души трепещет в Божьем храме. Я облекаюсь благостью в нем, и обновляет вера духом пламень. Сияет светом Божий храм во мгле, и есть для ищущих людей к Творцу дорога, Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Любящего Бога. Когда встречаю дорогих людей, все существо к общению стремится, освобождаюсь от пристрастия идей, благоговение нежностью струится. Сияет светом Божий храм во мгле, и есть для ищущих людей Творцу дорога, Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Когда я слышу Библию в тиши, как слово Бога и сиянье жизни новой, бальзам небесный для израненной души становится целительной основой. Божий храм во мгле, и есть для ищущих людей к Творцу дорога, Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Любящего Бога. Когда молюсь в Господнем доме я, то сердце рвется и стремится быть благою, забыв все тяготы земного бытия, храню надежду жизни дорогую. Сияет светом Божий храм во мгле, и есть для ищущих людей к Творцу дорога, Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога.